тебе, человек. Уем, да. Сейчас решим вести. Сегодня для нас всех торжественный день. Мы отмечаем 68-ю годовщину победы советского народа и его вооруженных сил на Курской дуге. Это было незабываемое сражение. Мне, как и многим нашим жителям Твери, а их участников Курской битвы осталось 71 человек, пришлось участвовать в этой кровавой и тяжелой бойне. 50% танков и артиллерии. 200, около 200 тысяч. И поэтому, когда открыли огонь, мы видели, что, товарищи, у нас орудия, самолеты, которые... Я поздравляю вас с этим особым праздником. Сегодня 68-я годовщина завершения грандиозной битвы на Курской дуге. Этот праздник олицетворяет признание великих заслуг наших отцов, дедов и прадедов, своей кровью и жизнью, щедро заплативших за победу в сражении на огненной дуге. Одно из самых крупных сражений за все время Второй мировой и самое крупное в истории танковое сражение. С обеих сторон в ней участвовало около 4 миллионов людей. В кровопролитнейшей битве наши войска не просто выстояли, они сломили напор фашистов и сами перешли в наступление. Почти 2 месяца красноармейцы вели бой. Их подвиг впервые за время Великой Отечественной войны был отмечен орудийным салютом в Москве. Сегодня, в день воинской славы России, я поздравляю тех, кто выжил в этой страшной битве, наших ветеранов. Желаю им здоровья, благополучия, заботы близких, детей, внуков. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, великая вам благодарность за ваш подвиг. Цветы возлагаются от ветеранов Великой Отечественной войны. Немало полегло. Это был ад. Был страшный грохот. Кровь из ушей лилась рекой. От 3000 волостанки их превращают в танков грязь. Блин, 43-й. Курская. Все, да?